Привет, друзья! Вкусно замаринованное мясо ⁇ это ключевой момент в приготовлении мясных блюд. Хочу показать 4 любимых маринада для куриной грудки. Для чесночного маринада мне понадобится чеснок, 3 зубчика, 3-4 столовые ложки соевого соуса, 1 столовая ложка меда, 2 столовые ложки оливкового масла и соль по вкусу. Соединяю мед, соевый соус и оливковое масло. Все перемешиваю. При необходимости по вкусу можно добавить немного соли и в конце добавляю пропущенный через пресс чеснок. Мясо в этом маринаде получается очень ароматное и благодаря добавлению меда с красивой золотистой корочкой. Для кефирного маринада мне понадобится 1 стакан кефира, 2 зубчика чеснока, 1 чайная ложка куркумы, половина чайной ложки черного молотого перца и соль по вкусу. Кефир беру с жирностью 1%. Добавляю куркуму, молотый перец, измельченный чеснок и солю по вкусу. Все хорошенько перемешиваю. Этот маринад делает мясо очень нежным и сочным с красивой желто-румяной корочкой. Для лимонного маринада мне понадобится 1 столовая ложка лимонной цедры, 3 столовые ложки лимонного сока, 2 столовые ложки оливкового масла, 1 чайная ложка черного молотого перца и соль по вкусу. Соединяю оливковое масло, сок лимона и лимонную цедру. Добавляю перец и соль по вкусу. Все хорошенько перемешиваю. Мясо, замаринованное в таком маринаде, имеет яркое лимонное послевкусие. Отличный вариант, если хочется пикантное сочетание мяса и цитрусовых. Для горчично-медового маринада мне понадобится 3 столовые ложки меда, 2 столовые ложки горчицы, 1 столовая ложка оливкового масла половина чайной ложки паприки, половина чайной ложки черного молотого перца и соль по вкусу. Мед, горчицу, оливковое масло, паприку, перец и немного соли соединяю и хорошенько перемешиваю. Маринад получается сладковато-пряный, но при обжаривании мясо приобретает красивую румяную корочку и очень интересный вкус, а горчица делает мясо очень сочным. Надеюсь, рецепты вам понравятся. Оцените лайком и обязательно подпишитесь на канал. А чтобы не пропустить следующие видео, жмите на колокольчик. И готовьте с удовольствием.